Всем привет! Вы на канале Gadget Mania. Сегодня будет новое видео о том, как поставить Google сервисы на современный смартфон Honor или Huawei. Давайте начинать. Поехали! Перед началом повествования про то, как же поставить сейчас, в мае 2020 года, Google сервисы, которые отсутствуют практически на всех смартфонах от компании Honor и от компании Huawei, хотя это, по сути, одна, наверное, один большой холдинг от того, что, во-первых, все, что вы делаете со своим телефоном, вы делаете на свой страх и риск. Это первый момент. Второй момент. Я всего лишь визуализирую инструкции, которые есть в интернете. Опять же, на том же YouTube, на просторах поисковиков, вы можете найти популярные инструкции. Я всего лишь собрал воедино все методы и, скажем так, попробовал. У меня получилось, я надеюсь, получится и у вас. Также в описании к этому видео будет инструкция, PDF-файл, пройдя по которому, скачав которую, вы сможете потихонечку, не спеша, установить себе Google сервисы. Видео записывается в 20-х числах мая, и поэтому на данный момент актуально. Сколько еще будет держаться данный способ, неизвестно. Итак, для того, чтобы поставить Google сервисы, вам в первую очередь понадобится сам телефон. Здесь есть встроенное приложение App Gallery. Там вы можете найти достаточно большое количество АПК-шек для современной жизни. Но некоторых моментов просто нет. Например, нет того же Chrome браузера или еще что-то. На данном этапе все манипуляции уже проведены. Настройтесь на то, что вам понадобится от 10 до 30 минут свободного времени. Флешечка, OTG-переходничок и либо карта памяти. Если у вас, допустим, OTG-переходник поддерживает карту памяти. В общем-то, инструкция простая. Скачивайте по ссылке в инструкции файл, который будет лежать на Яндекс.Диске. После этого подсоединяете все к телефону и дальше действуете согласно инструкции. Я объясню вкратце, скажем так, в двух словах, попытаюсь очень это все делать быстро. Скажу, собственно, тем, что, во-первых, вам надо восстановить из копии один файл, запустить определенное приложение буковкой G, это китайское приложение. Оно начнет определенные действия. В этот момент вы будете устанавливать поочередно 6 пунктов АПК-шек, то есть они пронумерованы будут, и вы будете устанавливать поочередно. Сейчас, я надеюсь, вы это все видите, потому что я все пытался скринкастить, все это видите у себя на экране. Если надо, ставьте на паузу, перематывайте и еще раз смотрите. После того, как вы это сделаете, надо будет зайти в Google аккаунт. Если вы используете на своем телефоне несколько Google аккаунтов, то, пожалуйста, на этом этапе заходите сразу в несколько, потому что потом эта возможность, не будет ее предоставляться. Мне пришлось процедуру эту делать два раза, потому что я пользуюсь двумя Google аккаунтами на телефоне. Один личный, другой, скажем так, каналов. И поэтому с первого раза, когда у меня все получилось, я был доволен и думал, что я уже из-под системы поставлю Google сервисы, которые сейчас без проблем работают вместе с... Здесь просто интернет не очень, да? Давайте вот таким вот образом повторить попытку. Я думал, что я из-под системы смогу поставить... ввести еще данные второго аккаунта, но не тут-то было. Поэтому пришлось сделать все заново. Просто не спеша, пункт за пунктом выполняете инструкцию, и у вас все получится. То есть, по сути, вам надо установить грамотные фреймворки и правильные сервисы Play Market. Только после этого у вас перестанут вылазить ошибки, и телефон, соответственно, в полную силу начнет работу. У меня без проблем работает YouTube. Сейчас, может быть, на Wi-Fi это не будет, скажем так, хорошо прогружаться, но он работает, никаких проблем с этим нет. Также я установил нужные мне приложения, которых не было в App Gallery, например, Chrome браузер, потому что его нет, к сожалению, по дефолту браузером я не пользуюсь. Сам Play Market у нас тоже работает. По категориям там рекомендуем. Никаких ошибок, никаких вылетов нет. Если действовать согласно инструкции, просто будьте внимательны и делайте все по пунктам. Давайте попробуем что-нибудь скачать, допустим, Canva, да?
То есть она без проблем скачается. Единственное, что сейчас это мобильный интернет, это будет происходить не очень быстро. Но факт в том, что Google сервисы работают, то есть на почти конец мая 2020 года. Ну, вы сами должны понимать, то есть мне кажется, что компания Honor, компания Huawei, как бы, скажем так, наверное, причастны, это не доказано, но причастны ко всем способам, которые появляются вновь и вновь. И самый интересный момент, что у меня работает сейчас, я попробую это вам продемонстрировать, у меня работает GPay. То есть он без проблем. Я не знаю, оплачивается он или нет, но он без проблем завелся и без каких-либо проблем, то есть он не говорит, что устройство не идентифицировано и так далее. Также вам советую скачать приложение «Кошелек». Где оно здесь находится? Вот оно. Я думаю, что вы с помощью него сможете поставить, точнее завести сюда банковские карты и ими, собственно, расплачиваться. Не знаю, буду тестировать, работает ли GPay, можно ли оплачивать заведенные сюда карты Яндекс денег через приложение «Кошелек», которое можно скачать даже с App Gallery. В общем и целом, действуйте согласно инструкции, устанавливайте все по очереди, обязательно обращайте внимание, чтобы у вас стоял правильный файл APK 19 там с копейками, а не 20 с копейками, иначе у вас будут выходить постоянные ошибки. Об этом подробно написано в инструкции. Большое спасибо за просмотр. Обязательно ставь лайк или дизлайк. Пиши в комментариях, получилось у тебя или нет. Ну и, соответственно, совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.